Праздник для 250 ребят прошел в Русском драматическом театре. С наступающим Новым годом детей поздравила первая леди республики Лариса Игнатьева. На елку были приглашены ребята со всей республики. Их ждали красочное представление с участием сказочных персонажей, конкурсы, викторины и веселые игры с массой призов и сюрпризов, а также концертная программа. Все дети, приглашенные на елку, получили от супруги главы республики и членов республиканского женсовета подарки. Лариса Юрьевна пожелала детям и родителям исполнения всех желаний, веры и чудес в новом году. В подарок от гостей праздника ребята получили развивающие игры. После сказочного представления с Дедом Морозом, Снегурочкой, Бабой-Ягой и другими героями ребята посмотрели спектакль «Красная шапочка». Галина Титарчук, Олеся Русакова, Андрей Спиридонов. Республика.